Северный Казахстан занимает лидирующие позиции в стране по производству масличных культур. Ежегодно 1 миллион гектаров полей засеивается льном, рапсом и подсолнечником. Для их переработки запущен ряд крупных проектов. Один из них – строительство завода по экстракции 370 тысяч тонн масла. В регионе имеется 3 предприятия по переработке масличных культур общей мощностью почти 500 тысяч тонн. Однако этого недостаточно. В прошлом году компания «Маслодел» начала строительство завода по экстракции 370 тысяч тонн масла в год. Работы идут полным ходом. Стоимость проекта составляет 20 миллиардов тенге. Таких не существует объемов. И сумма реализации точно очень крупная. Получается, для нашей области, это, я думаю, это один из крупных инвестпроектов. Сельхозпроизводители тоже будут этому рады, я надеюсь, потому что свою репродукцию есть куда реализовывать. Новый завод будет перерабатывать 1200 тонн масличных культур в сутки. Это рапс, лен и подсолнечник. Также в планах выпуск кормовых добавок, то есть это безотходное производство. Работы у нас начались с прошлого года. Мы стали подготавливать зернохранилище. Это получается на 4 зернохранилища по 10 тысяч тонн каждый. Кроме этого, мы приготовили склад жмыха. У нас уже отремонтирован, подготовлен. И сейчас ведутся фундаментные работы под, получается, цех подготовки прессования маслосемян. Строительство завода завершат в 2023 году. Стоит сказать, оборудование компания заказала из Бельгии, Германии и Турции. Адилия Кушекова, Майгуль Сейлбек, Михаил Казначеев. Служба новостей.